Итак, связка номер два. Серия Вирабхадрасан. Становимся в начале коврика. Таз подвернут. Подворачиваем. Держим таз. Вдох. Руки в замок. Вытолкнулись. Фиксация. 10 секунд. Расцепили замок. Опустили руки. Ноги согнули в коленях. Живот положили на ноги. Очень плотно. Тут не теряем связи. Ладошки в пол. Прижали себя ладонями к ногам еще. И не отрывая живота, выпрямили ноги. Приподняли голову. Руки поставили на пальцы перед собой. И оттолкнулись руками, прогнулись в спине в другую сторону. Смотрим перед собой вверх. Опять чуть присели, животик опять положили на ноги, пальцами ушли за пятки, прижали себя к ногам, лоб в колени, выпрямили ноги. Приподняли голову, руки поставили перед собой, правой ногой шаг назад. Передней ногой маленький отшаг в сторону. Раз, два. И теперь смотрим перед собой. Задней ногой сильно вдавили в пол. Пытаемся от ягодицы, прямо от булки, от спины почувствовать, как нога уходит и толкает в полу дырку. Продавили. Передние вдавили в пол. Со вздохом подняли руки. Опустили руки. Нога назад. Планка. В планке локти смотрят назад, чуть согнуты. Таз подвернут. И из планки вывели себя в горку. В горке сразу прогнули спину, потом поставили пятки на пол. Теперь две ноги поставили вместе. Правую подняли назад вверх. Правой ногой шаг вперед к рукам. И вот теперь начинается серия Вирабхадрасан. Точно так же, задней ногой вдавили в пол, передней вдавили в пол, со вздохом подняли руки. Плечи назад. На задней ноге развернулись, стали на торец стопы, смотрим вперед, таз подвернут обязательно, колено не заваливаем вперед, кулаки смотрят вперед. И теперь смотрите, у меня локтевые изгибы смотрят на вас, на камеру. Я локтевые изгибы разворачиваю вверх, как бы накручиваю мышцы на кости. Тем самым включаю плечи и лопатки. Повторяю, таз подвернут. Ладошки раскрыли. И задние дотронулись до подколенного изгиба. Смотрим вверх, верхнюю руку. Теперь верхнюю руку опустили вниз. Смотрим на верхнюю руку. Теперь рука по руке опустилась вниз. На задние ноги развернулись, стали на пальцы. Рука по руке поднялась вверх. Скрутка. Руку вниз. Нога назад. И подвернули таз полумесяц. Откатились назад. Только что у нас была правая нога впереди. Начинаем второй круг с правой ноги впереди. Оп. Второй круг начинаем. Задней ногой вдавили в пол. Передние вдавили в пол. Со вздохом подняли руки. Руки вниз. Нога назад. Стоячая планка. Руки согнуты в локтях. Таз подвернут. И горочка. В горке поставили две ноги вместе. Левую подняли назад вверх.
Шаг вперед. Задние давили в пол, передние. Опять начинается серия игр в хадрасан. Со вдохом подняли руки. На задние ноги развернулись на торец. Таз подвернут. Кулаки вперед жестко. Локтевые изгибы выкрутили вверх. Накрутили кости на мышцы. Раскрыли ладошки. Задние дотронулись до подколенного изгиба. Поменяли руки. На задние ноги развернулись на пальцы. Рука по руке опустилась. Рука по руке поднялась. Рука вниз, нога назад, полумесяц. Откатились назад, два шага к рукам, раз, два. Присели, ладошки в пол, сложились, ноги выпрямили. Через скругление поднимаемся. Руки через стороны вверх. Хорошо вытолкнулись вверх. Колени втянули, таз подвернут. Расцепили замок.